История эта началась несколько лет назад. И странным образом в нее оказались вовлечены трое. Я, моя подруга Татьяна и та, чьим именем я назвала фильм. Надежда. Я приехала в Финляндию по приглашению Тани. Все было таким странным, чужим. Я тогда впервые взяла в руки камеру и снимала все подряд. Мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь эти кадры станут началом фильма. В провинциальном финском городе произошли события, которые перевернули жизнь двух благополучных русских женщин. И мою тоже. Siuna Jeesus ruokamme, ole aina luonamme. Aamen. Мы не виделись лет 20. Оказалось, Таня стала свидетелем Иеговы и пришла ко мне, чтобы открыть глаза, рассказать о Боге, об истине. Ей казалось, что в России ничего не знают, ведь в те годы Библию у нас было не достать. Тогда я впервые услышала о Надежде. Когда я встретила Надю, это молодая, жизнерадостная, полная сил женщина. То есть было все, чего желает человек. Что хочет человек? Молодость, красота, здоровье, деньги. У нее все было. Мир принадлежал ей. Она ехала куда хотела. Она имела все, что она хотела. Надя была из новых русских. Если ты знаешь, какие новые русские, то это была Надя. Душа широкая, русская. Значит, масса проектов. Человек вырвался на свободу, на Запад, с деньгами. Семья, достаток. Значит, у Нади сразу свой дом, бассейн так с зеркалами. Дом гостеприимный. Очень много людей в доме бывало всегда. Все были очень довольны, радостные. Всегда накрытый стол. Для всех тепло, для всех внимание. Русский человек. Если танцевать, так танцевать. Есть, так есть. Вот такой была Надя. Надя тоже искала, как все русские, контакты и общения. Но видя, как Надя живет, мне было очень трудно, потому что мы совершенно были разные. И тогда я предложила, я ей сказала, что я свидетель Иеговы. Если хочешь, давай изучать Библию. И она легко согласилась. Стали мы с ней встречаться часто, 2-3 раза в неделю. Стали изучать Библию. Пока не произошло событие, которое потрясло нас обоих. Я была на Крите и привезла оттуда две иконы. Икону Божьей Матери, Казанской Божьей Матери, и Христа Спасителя. Икону Божьей Матери я отдала ей. Дня через два она мне звонит и говорит, что-то непонятное происходит с твоей иконой, с нее что-то течет. Ты привезла мне подмоченную икону. Я сказала, не может этого быть, но я сейчас приеду и посмотрю. Приехала, смотрю, под иконой лужица. Надя говорит, я эту лужицу уже убирала, но пятно, ты испортила мне мебель. Под ней пятно, которое никакими средствами не снимается. Но потом, когда она убрала икону, пятно исчезло само по себе. Я как свидетель Иеговы, я знаю, что икона, но мы не ценим иконы, картины, картинки и все. А тут какое-то
непонятное состояние. Свидетели не верят ни в иконы, ни в чудо, ни в Божью благодать. Тут же что-то непонятное. Чудо на глазах. Я задумалась, кому это чудо может быть явлено, мне или Наде? Я слышала, что иконы мироточат к большим скорбям. Ну и выражение лица выдало и заметила неосторожно ей, что это к скорбям, Надя. Как потом и выяснилось, Надя заболела. Как-то ночью Таня позвонила мне и сказала, что у них что-то происходит с иконой. С нее что-то течет. Я ахнула. Так это Мира. И что вы делаете? Вытираем ватой. А вату куда деваете? Выбрасываем. Вы представляете, это ужас, какой мне сейчас страшно. Это столько мира нужно было мне загубить и выкинуть. Вы представляете? Ну что поделаешь? Господи, прости за такой грех. Надю я не знала здоровой. Надю я увидела уже тяжело больной. Врачи сказали, что она обречена, но Надя в это не верила. Господи, вот я сейчас жалею. Надо же было пройти всю жизнь, вся изваляться в грязи, в воне в этой в нашей мирской жизни, чтобы только вот перед смертью прийти вот к вере, полюбить это и понять основу жизни, цель жизни. Я всегда вот, ну, видимо, Богу было не угодно, чтобы в тот момент ушла я в монастырь в Сочи. Правильно? Я тогда еще грязи столько не повидала. Она такая грязная была. О, Господи! А жизнь грязная была? Ой, страшно грязная. Разве в миру может она быть чистой? Тут ни камеры я сидела, в свое время пришлось это с детьми как. Двое детей, родители инвалиды. Ну как жить? На закладку до кого? Естественно, начала заниматься спекуляцией. За что была поймана, судима. И срок от 3 до 5. Ты снимаешь? Я снимаю. Я хочу спросить тебя, Надя, а кем ты хотела стать в своей жизни? Когда... Раньше? Да. Раньше я в своей жизни хотела, конечно, быть звездой балета. Это рампа, это музыка, это аплодисменты. Но в этом вот мне батюшка финский один сказал, что балет – это от слова, это творчество, от слова творец. Я вот не знаю, грешница, но не вижу я ничего плохого в этом. Когда действительно хорошая классическая музыка, когда идет Богом данное тело человеку, идет сочетание гармонии с музыкой, понимаешь, вот, слияние с музыкой. Самые счастливые минуты жизни Надю настигает болезнь. Тяжело рассказывать об этом. Но Надя просила и не один раз рассказывать все, ничего не утаивая. Она хотела, чтобы ее историю знали все. Я снимала ее и плакала.
Болезнь свою я связываю с одним страшным случаем. Это я сейчас понимаю, что это страшный случай. Мы с мужем поехали на Новый год в круиз по Карибскому морю. Это Флорида, Майами, Мексика, Ямайка. И в Карибском море есть такой остров, английская земля, Гранд Калман. Как они считают, что это какое-то чудо света. На этой земле не растет, значит, ни трава, ни птицы не летают. Ну, в общем, ничего нет живого, кроме скал обрывистых. И между этими небольшими скалами залита тухлая какая-то вода. Дьявольское место, чертово место, иными словами называют это место. И, значит, около этого места было изображение этого рогатого. Для меня это был как, ну, какой-то такой сказочный персонаж. Мы на Новый год наряжали детей в такие наряды. Ну, и я подошла, не осознавая, что это очень серьезно, обняла эту вражину. Муж сделал фотографию. Когда мы вернулись с этого круиза, буквально где-то через год, мне снится... Это даже не сон, это просто голос, какой-то голос. «Встань и отрежь его». Такой вот повелительный голос. «Встань и отрежь его». «Встань и отрежь его». Я, значит, встала, достала эту фотографию, нашла эту фотографию. И голос все повторял. «И отрежь его, и отрежь его, и отрежь его». В этот момент мне было жутко страшно. Я разбудила своих детей. Говорю, сидите, чтобы, ну... Какое-то живое, что-то было живое рядом, потому что ужасно было страшно. И негатив, и негатив, и негатив. Но самое удивительное, что без всякого труда был найден этот негатив среди кучи негативов. Значит, нашла этот негатив, значит, и, а голос прям диктует. И не порежь себя, отрежь его, и не порежь себя, и не порежь себя, и не порежь себя. Ну, я, значит, отрезала на фотографии его от себя, на негативе тоже его от себя. Вот это получилось, у меня вот этот вырез, точно как я была приложена к этой нечистоте. Значит, и голос диктует мне, и сожги их, и сожги их, и сожги их. Ну, я взяла, сожгла их. И самое удивительное, это то, что... вырезано точно так же, как было на фотографии. А сейчас я вам покажу то, что со мной, что я подарила. Вот вроде бы это необдуманный такой мой поступок. Я не знала этого. Если бы я знала, этого бы не случилось. Я подарила пол лица и все свое здоровье врагу. Когда она узнала, что у нее саркома и что смерть неизбежна, с Надей была истерика. Она тогда буквально уцепилась за меня. «Сделай что-нибудь, сделай что-нибудь. Теперь у меня есть все. Я хочу жить. Почему жизнь уходит, когда я всего достигла?» И вместе с тем страстное желание узнать истину в ней было. Через Библию она поняла, что на этом жизнь не кончается. Жизнь продолжается, даже если и настигнет смерть, он вознесется к Богу, и такое осязание бесконечности и счастья породила в Наде то, что нет страха смерти. Врачи сказали, что жизни осталось от месяца до одного года. Надя тут же раздала все свои вещи,
подарила дачу, продала машину, гараж, и на все на эти деньги она пустилась в паломничество по монастырям. Надя объездила множество монастырей в России. И, конечно, она часто бывала в Новом Валааме, в Финляндии. Однажды Таня позвонила и сказала: «Приезжай скорее, надо снять Надю, пока она еще жива». Она хотела исцелиться. Она ждала исцеления. И каждый раз после поездки из монастырей она приезжала полная энергии, полная жизнерадостная, полная надежды на абсолютное выздоровление. Врачи дали мне жить месяц, от месяца до года. Я уж слава тебе, Господи, четвертый год, чтобы живу. Господи, четвертый год живу. Вот буквально недавно ездили в больницу к врачам. Ну, документы мои в архиве, потому что они это. И врач говорит: вы знаете, вы год назад хуже выглядели, чем сейчас. А чем вы, говорит, лечитесь? Я по-фински говорю: святой водой, святым маслом, святым хлебом, говорю. И по монастырям езжу. Я говорю: слава Богу. Затем. Самое интересное, что происходило, это когда мне вливали 18 литров химиотерапии, мне сделали. Это потому что вот этот вид саркомы, какой у меня, он ну, какой-то сильный, как врачи по-фински говорят, это сильно с ним бороться, надо очень усиленно. Но мне, слава Богу, русские друзья, полный рафик возили святой воды. Мне вливают химию, а я тут же литрами пью эту святую воду. Врачи в шоке, они ничего не могут понять. При таких ситуациях гемоглобин должен падать, у меня поднимается до 137 гемоглобин. Ну, чудес, конечно, было море. И с этой химией, ни химия не помогла, ничего. Я сейчас вот понимаю, что только Господь Бог нам помогает. А вот эти раковые заболевания, так они душевные заболевания. Это к Богу прийти, очиститься, и Бог. Единственное, кто вылечит это заболевание, Господь Бог. Мы явились свидетелем чуда. Это было абсолютно явно. Я давно уже шла к православию, я читала «Цветник духовный», меня восхищала и глубоко трогала глубина мысли, заложенной в «Цветнике духовном», Писание святых отцов. Это было так созвучно с моими глубинными чувствами. То есть я медленно, но верно подходила к православию, а это еще и ускорило мой приход. Я ушла от свидетелей Иеговы. Я поняла, что у них нет самого главного. У них нет благодати, нет благоговения, нет покаяния, нет любви. Они строят Вавилонскую башню. Я пришла в храм православный в день Фомы неверующего. И священник, который меня крестил, сказал: наверное, Фома неверующий будет твоим покровителем. Я приняла православие. Крестилась в духовной академии города Санкт-Петербурга. С тех пор я православная.
Это Господь Бог нам, неверующим дуракам, раскрывает глаза, но понемногу, потихоньку, через Библию, через страдания, через болезни. И сейчас я вот свою болезнь уже не воспринимаю как, знаете, какой-то ужас, а воспринимаю как благодать Божию. Слава тебе, Господи, что ты мне послал мою болезнь. И я... А болезнь, она же как вот, она сковывает. Уже на многие грехи ты не способен. Которые в России болеют. Господи, у них такие лекари, такие батюшки там, такие храмы. Да, прежде всего вылечить душу, а потом уже физическая боль, она и не существует. Самое страшное – это душевная боль. Здесь, у Ксении Блаженной, она столкнулась с человеком, с которым случайно встретилась в Иерусалиме. И он ее там случайно сфотографировал. Но сама ее поездка в Иерусалим случайной не была. Эту поездку Надя воспринимала как самое серьезное испытание. Простит ее Господь. Но были такие моменты, когда все уходили. У гроба Господнего оставалась я одна. Это было необыкновенно. Я поворачивала голову, а слева была икона Божьей Матери. И вот эти руки как призывали меня. Я к этой иконе Божьей Матери, а руки, они как живые, понимаете? И опять ложусь на этот гроб Господний. Появилась капля. Благоухание неописуемое. У меня есть этот запах, он в колбочке. Она приникла лицом к гробу Господню. Забыла все слова, шептала только: «Господи, помилуй!» К утру на поверхности гроба проступила мира. Может быть, это и был ответ ей. Так, вот это маслице, немножко полы, своеобразно, вот понюхайте, своеобразно, немножко привкус полыни. Из каждой поездки она привозила вот такие лекарства, которые давали ей силу жить. Благослови моя, Господа, благословен еси, Господи, Господи Боже. Ну никак я не верю. Ну все, вот-вот должна умереть. И вот я, значит, приезжаю в Оптино, думаю: Господи, ну и сюда-то зачем я приехала? И денег-то у меня уже нет, кончаются. Я думаю, ну ладно, я побуду один день, и надо быстрее куда-то до какого-то причала ехать, а то умру, и похоронить-то негде будет. Ну, подошла к батюшке Иле. Ну и батюшка Иле, в общем, меня благословляет на неделю. А я прибегаю в гостиницу, думаю: Господи, какая неделя, я ж неделю не выдержу, умру я тут, у меня все, лимит времени, надо ехать куда-то. В Оптиной пустыне попросила себе работу, как послушание, мыть посуду, была уже... И постоянно я бегала к могилке, не знаю почему, убиенного Василия. Я этого убиенного Василия к кресту прикладывала голову, и мне так легко. Сначала плачу, говорю: батюшка Василий, у меня уже и сил-то нет, ну что же мне делать? Ведь в братской трапезе не выдержу, а батюшка меня вон еще на месяц благословил, что же мне делать-то? И как голос от креста идет. А с понедельника все будет по-другому. И что вы думаете?
Действительно, в понедельник все было иначе. Меня поставили в храм на сустыне. Надя вспоминает Илий и радиакон Илиадор. Я впервые услышала эти имена от нее. И я подумала, может, им интересно будет узнать, как много значили они в ее судьбе. Правда, я не была уверена, что они ее вспомнят, ведь паломников тысячи, да и время прошло. Когда отец оказалось, вошел, не только вспомнили, но очень хотели увидеть ее последние съемки. Вот прелесть, ой, 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 ой. Песня, как у меня. С ней, да, это понятно, но со мной такого не будет. Такого не бывает, со всеми бывает. Каждый человек за свои грехи несет наказание. Если не в этой жизни, то после смерти. Так лучше очищение получить в этой жизни, чем на круги адовы пойти после смерти. Последний раз мы виделись с Надей за 2 месяца до ее смерти. Она опять ехала в монастырь. Между поездами было 30 минут. Не чаяла тебя увидеть, она меня напугала. Приехала, говорит, ты в палате смертника. Я тебя напугала, я ее свекровь напугала. Я иду навстречу, она знает, что я умереть должна. Она с велосипедом и начинает по-фински, мне говорит, а велосипеду моему 20 лет. А велосипеду 50 лет уже. Ой, как же мне расставаться-то с вами, Володенька, господи, я так хочу, чтобы люди все вместе были. Так это... Он начал поезд в 2011 году.